В Твери на Советской улице вновь заработают камеры видеофиксации. 19 августа у дома номер 14 был смонтирован новый комплекс фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Форсаж». Пока он будет работать в тестовом режиме. Объективы камер сосредоточены на пешеходном переходе и будут выявлять тех автомобилистов, которые игнорируют правила дорожного движения. Данный комплекс будет фиксировать такие нарушения правил дорожного движения, как непредоставление водителями транспортных средств преимущества пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе, несоблюдение скоростного режима, выезд на встречную полосу движения, нарушение требований дорожных знаков и разметки. С апреля этого года данный участок дороги оставался без контроля. Прежде там стоял комплекс видеофиксации, но был демонтирован. Так как пешеходный переход располагается в самом центре Твери, у ворот городского сада, и, соответственно, имеет большую проходимость, он нуждается в постоянном контроле. Поэтому камеры вернули на прежнее место.